Сьогодні києвляні сражались за виход у полуфінал Кубка України 2020 2021 з колосами Ковальовки. Мірча Луческу со старта випустив такий состав: Бойко, Караваєв, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук Шапаренко, Циганков, Боярський, Депена, Бесідін. В запасі були Бущан, Кензьора, Тимчик, Сітклей, Леднєв, Андрієвський, Родрігіч, Дуєлунд. Супряга. Лично я никаких феерий от противостояния Динамо и колоса не ожидал. Борьба, да, красоты нет. Правда, Сие уже привычно, когда в матчах Киевлян на первое место выходит аксиома Лобановского. Что игра забывается, а результат на табло остается. А теперьшняя Динамо это прежде всего результат и терпение в ожидании момента для разительного удара. Это правда соперниками равными или повыше классом. Колос же, при всем моем уважении, к таковым не относится. Да, ковалялцы могут создать проблемы любому кому, но не ровня Динамо все же. киевляне сразу же взяли мяч под контроль, но опасностей больше создавали соперники во время резких контратак и подач угловых. Футболисты Колоса перекрывали все поступы к своей штрафной площади. А на дальний удар решился только Цыганков мимо. Буяльский был привычно активен, но не более того. Все его атакующие порывы вовремя тушили соперниками. На 25-й минуте Луческу пришлось менять Цыганкова на Родригеша. Но на ходе игры это ничем существенным не отразилось. Динамо по-прежнему проводило бесплодные атаки. А Колос все так же опасно подавал угловые. На 34-й минуте Бойко буквально на ленточке потянул, потянул мяч, который переправлял ворота Антюх. Ответка прошла аналогично опасной. Миколенко на вес, Караваев удар слета, мяч рядом со штангой. Вообще-то, если уже смотреть правде в глаза откровенно, Колос создал больше потенциально опасных моментов у динамовских ворот. Костышин неплохой удар нанес выше, Донфа постоянно терзал защиту Кевлян. Такое смелое нахальство Колоса нравится. Но по новой, динамовцы не нанесли ни одного удара в створ ворот, а это уже не нравится. Причем не нравится явно не только мне или вот другим динамовским болельщикам, Луческу начал выражать недовольство действиями своих подопечных едва ли не с первых минут матча и создается такое впечатление – до перерыва вообще не садился на скамейку запасных. Пока что не орал на все поле, как раньше бывало. Но по выражению лица прекрасно ясно. Мирча Мистерович в раздевалке задаст своим подопечным перцу. Ведь киевляне фавориты Кубка Украины. Побеждать в турнире нужно на радость нам, своим болельщикам. А динамовцы привычную волынку с выжиданием тянут. Только вот колос не брюги. Увы, выяснилось, что Виктор Цыганков травмировался. Насколько серьезно, ждем сообщений из официальных источников. А пока что второй тайм. Второй тайм, как надежда на лучшее. Да что там, Юлий, Надежда на выход Киевлян в полуфинал победой в основное время. Без всех этих овертаймов и серии пенальти. Самый опасный момент за первый час игры Киевлян создал Караваев, когда оставил неудел Донфа, прорвался по своему правому краю и опасно прострелил вдоль ворот. И куда все динамовские ноги подевались, когда нужно было только мячик, катящийся параллельно линии ворот подправить в рамку. После подачи углового динамовцы никакой выгоды не извлекли, хотя удар и был нанесен головой, но мимо. На 64-й минуте произошел момент, который мог корне поменять ход поединка. Карлос Депена выбивает мяч со своей штрафной площади ударом через себя в падении. Да, красиво. Но в том-то и дело, что произошло сие в борьбе с соперником – и было явное подозрение на опасную игру уругвайца, а значит и пенальти. Ворота Динамо. Тренер Колоса Костышин так бурно отреагировал на момент, что был удален за чрезмерные эмоции арбитром. После просмотра Вара матч продолжился и никаких наказаний в виде 11-метровых не последовало. Богдан Леднев поменял завевшегося не на шутку ДПНу и вполне мог тут же почти открывать счет. Болельщики на трибунах тоже завелись, бурно поддерживая своих любимцев. «Динамо! Динамо!» Шапаренко опасно пробивает штрафной. «Ну давай, блин, мяч!» Разминается с девяткой и попадает в сетку ворот не с той стороны, что нужно. Ну хоть реальные угрозы воротам колосом пошли, это уже плюс. Динамовцы явно не хотят доводить дело до овертайма. Предупреждения пошли под занавес. Костышин, который игрок Колоса, и Родригеш у Динамо. Явно нужно усиливать атаку. Только вот кто выйдет? Супряга вместо Беседина. Оно-то, конечно, можно. Только вот, думаю, в данном случае от замены слагаемых результат не поменяется. Шило на мыло, как говорят народе. Тут проблема не в супрягой или Беседине конкретно. Все дело в том, что до Динамовских форвардов пасы не доходят. Уж не знаю почему. То ли соперники хорошо свое дело знают, а может и сами динамовцы плохо друг друга понимают и не открываются вовремя, или не делают дрывки туда, куда задумано. Прострел Караваева в начале второго тайма тому свидетельство. Ведь стоило только поставить кому-то ногу. Эх, да что там вспоминать. Имеем на 86-й минуте 0-0 и явные признаки приближающегося овертайма. Добавленные 5 минут ознаменовались тем, что киевляне на 90 плюс первой минуте нанесли первый удар в створ ворот. Первый. Леднев пробил штрафной, который накрыл голкипер Колоса. И второй удар в створ ворот снова Леднев. Эх, Динамо, Динамо, такие став надежды своим почитателям палишь. 0-0 в основное время. признаться... Не было никакого желания еще полчаса смотреть эту скучную тягомотину. Тут на 90 минут едва хватает. Но, как говорится, если взялся за гуш, то не ночь, то не душ. Овертайм прошел веселее, чем основное время. Но, опять же, ни красотой, ни изобилием голевых моментов не выделялся. Это нормально, когда подуставшие игроки делают ошибки, как и их соперники потом. В общем, как и ожидалось в матче Динамо Киев Колос много борьбы и мало голов. То есть ни одного. Жерсон и Бояльский своих шансов не использовали. 0-0 в игровое время. А серия пенальти – это всегда лотерея. До четвертых ударов свои шансы киевляне и ковалевцы использовали. Потом на промах летнего ответил своим сейвом Бойко. Только вот и волынец от а своего киевского коллеги не отстал. Но Бойко перехитрил Гавриша, оставшись по центру ворот, куда и пробил игрок Колоса. 3-3. Пошли удары до промаха. Андреевский точен. И вот тут-то нервы у Ковалевцев сдали. Удар выше ворот. 4-3. Динамо Киев в полуфинале Кубка Украины. Дважды могли пролетать по серии пенальти, но вышли дальше. Молодцы киевляне хоть здесь. Фу. Сколько нервов поединок забрал. Я констатирую факт, что Бойко вытаскивает киевлян в полуфинал Кубка Украины. Всех с победой и выходом Динамо Киев в полуфинал. С вами был Саныч. До новых встреч.